Всем привет! Это снова я. Сегодняшнее видео я хотел бы начать с обращения к тем людям, которые снимают влоги еженедельно или даже ежедневно. Откуда у вас столько времени, сил, фантазии, чтобы делать это так часто? Я до сих пор до конца не определился с направлением своего канала. Какой канал у меня будет, что я буду выкладывать, буду ли я с вами делиться какими-то рабочими моментами. Или показывать отрывки из собственной жизни. Это типа, ну, ты же пошел по кривой дорожке. Либо мясо не хватает. Или делиться полезной информацией. Или же на моем канале будет всего понемногу. Пересмотрел кучу видеоблогов, как российских, так и зарубежных. Все они такие разные, начиная от... Сейчас я вам расскажу, что у меня в сумочке. Или 15 необычных способов использования обычной вилки. До ненавязчивой рекламы какого-нибудь бренда. Ненавязчиво, так знаете. Очень многие искрометно шутят, веселятся. Мне, к сожалению, это не светит, потому что мое чувство юмора не то что хромает, оно родилось безногое сразу просто, и вот где-то там оно валяется и плачет. Некоторые люди разыгрывают целые спектакли по ролям, проявляют свою артистичность и удивительные навыки монтажа видео. Или учат каким-нибудь танцевальным движением. Некоторые и вовсе свои влоги ведут топлес. Или как-то еще. В общем, вы поняли, вариантов много, а чем заниматься именно мне, я не знаю. Поэтому, ну, будь что будет. Еще отвечает на вопросы. Возможно, в следующем видео этим и я буду заниматься, поэтому можете задавать свои вопросы ниже в комментариях или же в Инстаграм. Подписывайтесь, ставьте пальцы, я как, куда, что. Или не ставьте, или не подписывайтесь, или не смотрите. В общем, делайте все, что вам вздумается. Всем отличной недели!